По стране идет волна событий и встреч, посвященных столетию комсомола, самой массовой молодежной общественно-политической организации не только в нашей стране, но и, наверное, во всем мире. Коммунистический союз молодежи объединял десятки миллионов целеустремленных, талантливых, сильных людей. Их энергия двигала и, быть может, продолжает двигать страну вперед. Сейчас мы служим нашей великой России, и поэтому каждый из нас, каждый комсомолец имеет свою клятву верности вот той 1/6 части суши, где мы с вами живем. Как бы она ни называлась и как бы, так сказать, не выплюнул ее флаг. Поэтому, дорогие друзья, с праздником! С праздником молодости, нашей и всеобщей! Недаром все стройки важные, российские, союзные, они шли через комсомол. Ударные комсомольские стройки, как у нас, допустим, Лениногорский свиноткормочный комплекс. На БАМ наши люди ехали большими отрядами. О тушении пожаров в Нижегородской области. Это все комсомольские отряды. Главный помощник всех наших органов, которые обеспечивали нашу жизнь. Давайте честно говорить, те песни, которые мы сейчас поем до сих пор, да, под которые мы плачем и пляшем, они из ненастоящего, из фальшивого не родятся. То есть то, что комсомол это было настоящее, то, что комсомол это был задор, там, эмоции, оптимизм молодых поколений, это факт. Вот попытаться в какой-то степени опять поймать этот важный момент, который даст в конечном итоге, как результат, мотивированное, настроенное на созидание поколения, как это было при комсомоле, да? Вот это, наверное, главная задача. Нижегородский государственный университет поддерживает комсомольские традиции. Сотни волонтеров ННГУ помогли провести чемпионат мира по футболу и Олимпиаду в Сочи. Дело знаменитых комсомольских стройотрядов сегодня продолжают студенческие объединения строителей, педагогов, проводников. Действуют сервисные и сельскохозяйственные отряды. Этих ребят объединяет патриотизм, готовность трудиться, любовь к спорту и творчеству. Для многих из них участие в молодежных организациях – семейная традиция. Мне кажется, то, что сейчас вот все организации наши студенческие – это небольшие такие как раз выходцы из комсомола. Это своеобразный комсомол. Потому что очень классно то, что чтут сейчас традиции, отмечают столетие комсомола. У меня мама сама тоже была в комсомоле, вот она рассказывает то, что, ну, в принципе, занимаюсь я сейчас тем же, чем занимались они в свое время. С позиции именно студотрядовца скажу вам, что мы добровольная организация, которая вот стремится помогать везде и всюду. И при этом мы вот выезжаем еще летом и на Целину. Сегодняшняя современная молодежь хотела бы сохранить и приумножить те традиции, которые были в комсомоле. У нас сейчас активно действует волонтерская деятельность. Это экологическое, социальное, культурное волонтерство. Ребята активно помогают студентам ННГУ в общекультурных событиях, помогают ветеранам, помогают детским домам и многое другое. То есть мы, как современная молодежь, хотели бы все те традиции воплотить в жизнь.